Работники скорой помощи и поликлиники – люди уважаемых профессий. Те, кто всегда первыми принимают больного человека. Почти всегда. Ведь большинство заболевших сначала встречаются совсем с другими специалистами. С теми, кто поможет, если не делом, то советом. В составе дифибиан, гиалуронка, то есть разглаживают морщины, улучшают структуру кожи. Фармацевт – специалист, занятый в частных и государственных аптеках, на медицинских складах и в контрольно-аналитических лабораториях. Должен иметь как минимум среднее специальное медицинское образование, обладать ответственностью, пунктуальностью, хорошим вниманием и памятью. Рабочий день фармацевта начинается в 8 утра. Почти все время специалисты проводят на ногах, в общении с посетителями. Понравилось с людьми работать, понравилось как бы оказывать помощь в какой-то мере. Понравилась сама профессия в том, что то есть люди требуются людям помощь, и как бы ты оказываешь эту помощь. В своей профессии фармацевт Аида Андреева уже 8 лет, с тех пор, как в 2007 году окончила Бийский медицинский колледж. По признанию специалиста, за 3 года учебы ей пришлось усвоить массу информации. Нормы дозировки, приемов лекарств, их международные названия, фармакологические свойства, изучить ряд медицинских дисциплин. Фармацевт – это тот, кто постоянно ездит на учебы, постоянно приезжают медпредставители, которые устраивают эти учебы, постоянно обновление, обновление знаний, постоянно работа с покупателем, и это все напрямую. То есть фармацевт – это тот, кто, скорее всего, быстрее врача может помочь в данное время покупателю. Кстати, самое сложное, по словам фармацевта, было запомнить свойства и рецепты тысяч лекарственных препаратов. Да-да, вы не ослышались. Только в этой аптеке на стеллажах и на складе хранятся более 10 тысяч различных лекарств. Ходовые, конечно, лекарства есть, которые постоянно покупателями требуются. Но если даже сходу, хотя бы примерно, конечно, знаем, от чего. Витамины А и Б, препарат для очищения печени, капсулы с усиленной формулой. Настоящий аптекарь посоветует вам сразу несколько вариантов лекарств, объяснит их свойства и состав. Лучше него в этом разбирается только их производитель, то есть ближайший коллега. Я училась в нашем Алтайском государственном медицинском университете, на фармфакультете. Провизор – специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов. Обладает знаниями о лекарственных средствах, их свойствах, технологиях их приготовления, контроле качества и тенденциях фармацевтического рынка. Должен знать основы экономики, маркетинга и даже психологии. Мы воплощаем в жизнь любой продукт, который мы можем воспроизвести, естественно. То есть, начиная от идеи и заканчивая уже внедрением его на производство. Вотчина провизора – настоящая лаборатория алхимика. Вот только в 21 веке это всего лишь небольшой, практически стерильный кабинет с единственным столом и полностью компьютеризированным процессом. Вообще, если говорить о начале, да, любой разработки, то есть у нас маркетологи следят за рынком, выпустить, разработать этот продукт вперед других и первым предложить его потребителю. Итак, рабочий день провизора в разгаре. Задача предельно простая и сложна одновременно. Оценить и подобрать оптимальную форму выпуска, дозировки и компонентов новых лекарств. Дальше продукты проходят, отрабатываются сначала в цехе опытно, потому что когда пойдут большие объемы, нужно удостовериться, чтобы не было никаких технологических проблем. И анализируются обязательно и отправляются в государственные структуры на регистрацию. Кстати, фармакологические цеха по законодательству тоже обязаны иметь небольшие размеры. Это не 30-километровый конвейер АвтоВАЗа, хотя колесики, которые здесь выпускают, не менее важны для населения. Провизор есть практически в каждом подразделении предприятия, которое в той или иной степени занимается разработкой и внедрением новой продукции. Кадровый дефицит на провизорах очень высокий. И в частности и в аптеках их недостаточно, и у нас на производстве тоже. По данным Главтрудсоцзащиты, в настоящее время в крае требуется 30 фармацевтов и провизоров. Потом, когда ты добился результата и видишь продукт свой в аптеке, и когда ты там встречаешь в интернете отзывы о своем продукте благодарны, или кто-то тебе говорит, там знакомые, друзья, что посоветовали, помогло. Вот это, конечно, самая, наверное, большая похвала, которая может быть в нашей работе.
Лучшая похвала фармацевту – благодарность от покупателей аптеки. Пришла женщина, ей стало плохо. Мы в аптеке измеряем бесплатно давление. Мы измерили, оказали скорую помощь и вызвали скорую помощь. Оказалось, у нее гипертонический криз был. Одним словом, будьте здоровы. Об этом позаботятся профессионалы в белых халатах. Михаил Ширин, Василий Морозов и Александр Антропов. Наши новости.